Турецкие суда не будут посещать оккупированный Крым. Этот четкий сигнал сегодня прозвучал в Анкаре. Там с официальным визитом находится премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По итогам двусторонней встречи глава турецкого правительства также заверил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и осуждает аннексию Крыма. В ходе встречи главы правительств Украины и Турции договорились о подписании приоритетных документов в этом году. Это соглашение о зоне свободной торговли, защите совместных инвестиций, а также об урегулировании налогообложения. Ну а пока эти вопросы в перспективе, сторонам уже удалось договориться об упрощенной системе пересечения границ. Украина и Турция подписали соглашение о поездках по так называемым ID-картам. Теперь, не имея загранпаспорта, украинцам можно путешествовать в Турцию по внутренним паспортам в виде чипованных карт, а туркам в Украину на срок до 3 месяцев без виз. Той документ, який був підписаний в рамках спрощення перетину наших державних кордонів між громадянами України і Туреччини, буде дуже якісним кроком щодо нашого зближення. А можливість відвідувати Туреччину для українських громадян за внутрішніми ID-паспортами є дуже важливим кроком вперед. Як наслідок, ми будемо бачити і підтримувати збільшення пасажиропотоку між нашими країнами, в тому числі і в напрямку туризму.